Всем доброе утро. А сегодняшний утренний обзор я начну здесь, в районе площади Центра национальных культур. И хочу вам сказать, сегодня очень тепло. Выходя из дома, посмотрел на термометр и обнаружил, что температура воздуха сейчас порядка 19 градусов, как и обещали, в принципе. В то же время погодка такая пасмурная и ветреная, очень сильный ветер. Обратите внимание вон на те вот пальмы около Центра национальных культур повыше. Такое впечатление, что какой-то торнадо там их болтает во все стороны. Я хочу вам показать сакуру. Я не знаю, может быть, это абрикос. Возникал спор. Обратите внимание, она уже начинает. Скоро зацветет. Ветер не дает мне снимать, а нормально, видите? Прям все, прям летает. Но с такой температуркой даже и 3-4 дней не придется ждать. Скоро зацветет, красавица. Непременно посмотрим. Очень тепло, такое впечатление, что теплый фен какой-то дует на тебя. Ну что, отправляемся к морю. Посмотрим, что творится там. Я так думаю, если будет так тепло, то природа быстро наверстает упущенное. Смотрите, прямо даже страшно представить, что же будет на море. Ну, вот мы и на море. Посмотрим, что творится здесь. На пляже лазурный уже собрали в кучи досточки всякие разные. Видимо, скоро их будут сжигать. Обратите внимание, на всем протяжении пляж чистый, в принципе, все поубирали. Все, что можно. Ну а море слегка взволновано. Очень тепло, теплый ветер такой. И только наблюдаем, как в море плавает куча деревьев. В прямом смысле этого слова, я не знаю, видно он сейчас их или нет. Вот там прямо передо мной на причале хорошее такое бревно, точнее дерево, дальше дерево. Все это несется с реки. Речка все там подмыла берега, вымыла все деревья, и теперь вот они плавают, отправились в путешествие. Мне даже интересно, сколько показывает цифровое табло вот это вот. Плюс 21, да, кстати, я видел эту температуру сегодня и в машине. Приятно тепло, как будто вообще на тебя дует. С этой стороны тоже, видите, весь пляж собрали, все досточки, все нормально. Будет скоро торжественное сжигание. А вон и бревно, я не знаю, видно вам или нет, плавает себе спокойненько в воде. Ветер сильный, очень даже сильный. Море грязное. Вот как бы на этом, наверное, и все. Всем пока, до новых встреч. К сожалению, полетать сегодня тоже не удастся. Но вас всех поздравляю с праздником. Смотрите, какая волна пошла. Вот. Нормально так. Возможно, будет хороший шторм. Опять. Всем пока и до новых встреч в эфире.